Я был в Нью-Йорке, когда мой папа попал в кардиологию в Москве. Мне было важно быть с ним на связи. Папа геофизик, говорит на английском, на испанском. В последнее время посвящает охоте и рыбалке. Мобильные технологии ему вновь. Обучение скайпу, фейсбуку, фотоальбомам. По телефону это отняло у нас немало времени и нервов. В онлайне мы, как рыбы в воде. Наши родители пока отстают. В США меньше половины старших находятся в сети. В России и по миру порядка 10-20% старшего поколения присутствует онлайн. Общение важно. Это подтверждают ведущие мировые клиники. Недавнее исследование университета Чикаго показало, у одиноких пенсионеров артериальное давление выше в среднем на 30 пунктов. Они в зоне риска. При этом 40% американок старше 60 лет, это 15 миллионов человек, живут в одиночестве. А для 7 миллионов американских пенсионеров потеря мобильности означает изоляцию и редкие встречи с родственниками и социальными работниками. Данных по России, к сожалению, нет. Интернет – отличный способ решения проблемы, но интерфейсы Skype, Facebook, email рассчитаны на продвинутых пользователей. Приложение Family Ribbon сделано для наших родителей, чтобы им было легко, удобно и безопасно в интернете. Есть первые успехи. Бабушка Лейн из Юты, в свои 87 лет она освоила интернет и держит рекорд как старейший пользователь Family Ribbon. Мы создали интерфейс, максимально удобный для пользователя. Программная обработка касаний адаптирована и учитывает возможные неточности движений. Увеличенный размер контрольных элементов обеспечивает адекватный отклик системы. С возрастом кожа на пальцах становится суше, и стандартной чувствительности сенсорных экранов недостаточно. Эксперт по дизайну интерфейсов, директор международной программы по обеспечению доступности интернета Джим Тобайес использует наше приложение как образцы лучшей практики в своей работе с Федеральной службой по коммуникациям США. Приложение Family Ribbon обеспечивает удобный, легкий и безопасный доступ в интернет. С настроенным приложением новичок может освоить сеть за полчаса. Интерфейс Facebook оптимизирован для просмотра альбомов и семейных материалов в 1-2 касания. Skype-звонки запускаются в 1-2 клика. Видео-аудио-почта проста, не требует навыков печати. Упрощен доступ к фотоальбомам и избранным сайтам. Расширенные возможности. Если наши родители забудут принять лекарство, мы получим email или SMS. Мы можем им перезвонить. Видеопочтой может пользоваться человек, пальцы которого скованы артритом. Ведь всего 2 касания, и можно отправить аудио или видеописьмо. Кроме того, общение с внуками в онлайне не только приятно, но и отлично стимулирует мозговую активность. Ведь старшим важно быть ближе к семье, а родным спокойнее, когда есть удобная возможность всегда быть на связи. Для нас Family Ribbon – это не только возможность повысить качество жизни наших 150 подопечных, но и шанс сделать жизнь чуточку добрее. Разработка приложений осуществляется благодаря финансовой поддержке известных российских и американских инвесторов, профессионалов IT и венчурных инвестициях. В работу вовлечены психологи, геронтологи, программисты и дизайнеры. Всего более 40 человек из России и США. В Европе и в России приложение позволяет существенно сократить количество несрочных вызовов скорой помощи. Врачи успеют туда, где они сейчас нужнее всего. В этом заинтересованы муниципальные службы. В странах БРИК новички составляют большую часть населения. Удобное приложение позволит добиться быстрого роста клиентской базы телекоммуникационным компаниям. В июле и августе выпущены приложения для iPad и бета-версия для Windows. Версия для Android запланирована на декабрь. Идет тестирование каналов привлечения клиентов. Интересный этап развития. В США старшее поколение считается одним из самых сложных для маркетинга. Мы уверены в успехе. Ноябрьский запуск продвижения через Kickstarter поддерживают такие известнейшие IT-инвесторы, как Фабрис Гринда и Хосе Марин. Мы будем рады поделиться опытом. Бабушке Лейн теперь некогда раскладывать пасьянс. Она в онлайне с 20 внуками и 6 правнуками. В сети кипит жизнь. Давайте пригласим наших родителей. С Family Ribbon им будет легко, удобно и безопасно.